Всем привет! Привет из Киева, столицы Украины. Кто знает, я думаю, что все знают, что 24 августа сегодня день независимости Украины. Сегодня 2014 год. Сегодня был парад на Крещатике и около Майдана Незалежности. Так что Украина показала, что у нее есть своя армия, свои силы, что она независимая держава, как кажут украинской мовою. А хоть говорить по-русски, хоть по-украински, все понимают, что День независимости – главный праздник Украины, у каждого государства. А сегодня мы на Андреевском спуске. То знаменитое место, где киевляне и столицы Киева любят собираться, потому что всегда здесь празднуется День Киева. И сегодняшний день украинской независимости, также это День Киева. Здесь собралось сегодня много народа. И здесь буквально парад искусства, парад простого мирного народа, который хочет показать, что народу нужен мир, что народу нужны семьи, народу нужны дети, что народ любит друг друга. Чего желаем и вам с праздником независимости. Всем вам счастья, здоровья, успеха, независимости и быть настоящими людьми. Успехов! Всем привет из Украины, с Киева, столицы Украины. Пока! Вот он.